Этногруппа «Сураварк» и историко-патриотический клуб «Отчизна» – своего рода хедлайнеры развлекательной программы. У мужского обрядового хора и реконструкторов много общего. Оба коллектива прославляют славянскую культуру и представляют Декалуч на празднике в Ильинском. Село отмечает 404-й день рождения. Разрешите от имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова сегодня поздравить с вашим праздником, дорогие жители села Ильинское. Действительно, это замечательный праздник, потому что я уверена, что каждый из вас уверен, что он живет в самом лучшем месте на земле. Я желаю вам от всей души крепкого здоровья. Я желаю, чтобы все у вас всегда получалось, чтобы вас радовали ваши дети, а ваши родители всегда были здоровы. Это самое главное, чтобы семьи ваши процветали. Вместе с теплыми пожеланиями 20 медалей к 90-летию Красногорска. Памятные награды заместитель главы муниципалитета Наталья Тимошина вручает самым активным и старейшим жителям Ильинского. Среди них Вера Назарова. Руководитель сельского объединения бывших несовершеннолетних узников фашизма живет здесь с 1961 года. Жила я в Калужской области, под Нарфоминском, город Боровск. Вот, вышла сюда замуж, дочь у меня, двое внуков, двое правнуков. Все время мы отмечаем здесь, все каждый год было. Очень хорошо, весело, с плясками, с танцами. Этот день рождения села тоже не обходится без плясок, в которые охотно пускаются и подрастающие жители Ильинского. Местная молодежь ничуть не уступает старшему поколению не только в умении повеселиться, но и в знании истоков малой родины. Как местный житель в седьмом поколении могу сказать следующее. То, что Ильинское – это необычное место, окруженное природой. У нас тут находится заповедник Лохин остров. У нас тут единственная в Подмосковье усадьба Романовых. Это двоюродный брат Николая II. Он был генерал-губернатором Москвы и Московской губернии. А также тут у нас находится уникальная церковь, церковь Ильи Пророка, построенная в 1734 году. А эта церковь – единственная с алтарем из фаянса на весь мир. Такой нигде нет. Насыщенную праздничную программу в селе дополняют разнообразные спортивные состязания для любителей активного отдыха. Более утонченные натуры находят себе занятия на мастер-классах по живописи и рукоделию. А в перерыве между развлечениями разнообразные угощения по случаю дня рождения щедрого и гостеприимного Ильинского.